Господа, я хочу представить вам нового начальника генерального штаба, генерал-полковника Гудериана. Генерал Гудериан наш крупнейший теоретик танковых войск. В конце 20-х годов он закончил танковую школу в России в городе Казани. Он, как никто другой, знает тактические приемы Красной Армии. Ну, Гудериан, докладывайте. Мой фюрер, наступило время, когда вы должны получать абсолютно точную информацию. Всякая попытка смягчения обстановки может вызвать трагические последствия. Начну с потерь. Лишь в последние 3 месяца наши потери составили 1 200 000 человек. У меня под ружьем 5,5 миллионов. И 2 миллиона резервов в тылу. Это сила. Я остановлю наступление русских. Я не пущу их в Европу.